Маргарита Терехова построила успешную карьеру в кино, однако личную жизнь артистки нельзя назвать удачной. Браки с коллегами и романы с бизнесменом не принесли ей счастья. Как и союз с молодым гражданским мужем, отдушиной для звезды стал внук Михаил Добрынин, появившийся на свет в 1985 году. Брак Анны, дочери актрисы, трещал по швам после развода. И с ребенком на руках красавица нашла себе новую любовь, ею стал актер Николай Добрынин. Будущее. Звезда сватов. Он сделал счастливой не только свою пассию, но и ее отпрыска. Мишу Добрынин принял как родного сына. До 12 лет мальчик считал артиста своим папой, но, узнав правду, не изменил свое теплое отношение к отчиму. Повзрослев, Михаил отучился на психолога и стал работать в строительной фирме. Импозантный мужчина взял все самое лучшее от звездных родственников.